Приступаем к нашей разминке. Сегодня будем разминаться следующим образом. Так называемая круговая разминка. В ней будет присутствовать всего два упражнения. Это отжимания и приседания. Работать будем следующим образом. Начинать с 6 приседаний и 6 отжиманий. Каждые 30 секунд вы должны успевать сделать эти упражнения. Оставшееся время оставлять для отдыха. Так, приступим. Начинаем с приседаний. Как только таймер запускается, нужно сделать 6 приседаний. Оставшееся время отдыхать. Поехали. Всего будем работать с вами 10 кругов. 6 приседаний доделали и отдыхаем, устанавливаем дыхание. Ждем следующего таймера и приступаем, готовимся уже к отжиманиям. Переходим в упор лежа. Также по звоночку начинаем работать. Нужно сделать 6 повторений. Приготовились, поехали. Хорошо. Также мы идем на увеличение, да, следующее повторение будем делать уже не 6, а 7 раз. 7 приседаний, 6 и 7 отжиманий. Приготовились. Еще 10 секунд. Отдыхаем, дышим. Переходим опять в упор лежа. Внимательно следите за отжиманиями. Спину ровно, живот подтянут. 7 повторений. Поехали. В ваших интересах сделать быстрее упражнение, чтобы больше времени оставить на отдых. Следующий круг уже делаем 8 приседаний. 8 отжиманий. Пока готовимся, можно походить, подышать. Поехали. Спину ровно, не забываем дышать. На каждое повторение выдох. Стараемся делать, сопровождать все движения выдохом. Доделываем и отдыхаем. 8 повторений. Секундная готовность, упор лежа уже можно переходить и по команде начинать. Поехали. 8 повторений. Приготовились. 9 приседаний, 9 отжиманий, предпоследний круг. 3, 2, 1, время, поехали. Хорошо, отдыхаем. Отжимания, готовимся. Спину ровно, живот подтянут. Внимательно взгляд перед собой. Стараемся вниз голову не опускать. Отлично, готовимся. Последний круг.
10 повторений выполняем. Завершаем последние два круга. Приготовились 10 отжиманий. Завершаем. Если получается, можно сделать больше. Так сказать, чемпионские повторения. И оставшееся время также уделяем отдыху.